Всех приветствую на канале Animal Life. Огромный рыжий кот очутился в приюте и внезапно заговорил с людьми. Этого рыжего великана зовут Кленси. Ему пришлось прожить на улице около 7 лет. Наконец, он очутился в приюте штата Орегон. На теле питомца было много шрамов, оставшихся после стычек с другими бездомными котами. Мало того, у Кленси оказался положительный результат на вирус кошачьего иммунодефицита. В приюте для бездомных животных не хватало места для новых животных, поэтому котейку отправили в другой приют, в Шервуде. Кленси стерилизовали и занялись лечением его болезней. В первую очередь пришлось пить лекарства от инфекции мочевого пузыря, а затем врачи почистили ему зубки. Вскоре выяснилась одна очень интересная деталь. Оказывается, кот умеет разговаривать с людьми, причем делает это весьма необычно. Каждый, кто желает пообщаться с Кленси, слышит странное, иногда высокое скрипучее мяуканье. А совсем скоро кота захотела забрать домой чудесная женщина по имени Сэнди. Она была настолько очарована котом, что не стала обращать внимания даже на такую серьезную болезнь, как вирус иммунодефицита. Нам кажется, этот котик определенно заслуживает счастья. И даже шрамы ни капли не портят огромного рыжего мурлыку. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свой комментарий и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые истории.